неоднократно обращалась за материальной помощью. Скандально уволенная с поста министра труда Саратовской области Наталья Соколова, кроме зарплаты, еще 4 года получала пособие. Согласно областному закону, чиновники, попавшие в сложное финансовое положение, могут получать такую помощь. Для министра эта сумма составляет 100 тысяч рублей. Наталья Соколова стала известна после того, как сделала заявление, что 3,5 тысяч рублей достаточно для жизни. Это утверждение стоило ей должности. Чиновницы предложили попробовать сбалансированное меню, но женщина заявила, что статус министра ей такого не позволяет.